Давайте сразу к делу. Говорить мы сегодня с вами будем на очень интересную, очень актуальную тему. Ну и, соответственно, прямо сейчас, в ближайшие 30, может быть, 60 минут я расскажу вам, как зарабатывать в интернете без финансовых вложений, без рисков, без огромных затрат вашего времени. Ну и, конечно же, абсолютно легально и прямо из дома. Причем настолько просто, что с этим справился бы даже школьник. И речь пойдет не о каких-то копейках, а о том, как зарабатывать на этом действительно серьезные деньги, которых вам будет хватать на жизнь, и получая которые, вы сможете забыть о поиске какой-то другой работы вообще. Ну и говорить мы будем, как вы уже догадались, о проекте Surferly, в основе которого как раз и заложена концепция заработка без вложений. Ну и сразу хочу отметить, что я являюсь одним из авторов, создателей и действующих руководителей этого проекта, а потому могу вам рассказать обо всем из первых уст, ничего не выдумывая, и именно так, как, в общем-то, есть на самом деле. Поэтому послушайте внимательно. Ну и в связи с этим первое, что вы должны знать, это то, что проект Surferner изначально проектировался и разрабатывался именно с тем учетом, чтобы самые обычные его участники могли зарабатывать здесь не просто без вложений, но и зарабатывать действительно хорошие суммы. Хорошие суммы – это 50, 100, может быть, 200 тысяч рублей в месяц и даже больше. Да-да, не удивляйтесь, сегодня мы будем как раз говорить, как это. Ну и если вы уже участвуете в Surferner, что скорее всего, но еще не зарабатываете столько, это значит, либо вы только недавно здесь зарегистрировались, либо что-то делаете не так. То есть неправильно, то есть не так, как задумано по маркетингу, да, то есть... И наша сегодняшняя с вами задача и разобраться как раз в том, как же на самом деле правильно зарабатывать в Surferner и что именно нужно делать, чтобы получать здесь серьезные деньги. Думаю, вам это будет интересно, поэтому устраиваю здесь поудобнее. И мы начинаем. Запись этого вебинара также у нас с вами будет, поэтому... Если кто-то вдруг сегодня отсутствует, то сможет эту информацию также потом увидеть. Ну что ж, поехали, да? Давайте для начала расскажу вам о проекте Surferner, о компании, которая им руководит. И здесь, в общем-то, есть что сказать, потому что проект Surferner на рынке с 2014 года. Платформа работает стабильно и успешно. Работает под управлением компании O-Reklamix, которая находится в России, в городе Москва, офис ее. На сегодняшний день зарегистрировано в проекте более 1 миллиона 800 тысяч пользователей, то есть практически 2 миллиона зарегистрированных участников. Из них более 300 тысяч рекламодателей. Выплачено пользователям уже более 64 миллионов рублей. Ну и каждый день, для вас это не секрет, появляются в проекте новые пользователи, новые рекламодатели. В общем-то, идет постоянное развитие проекта. Ну и почему важно понимать, что все это вот в совокупности именно так, это чтобы вы понимали серьезность. Серьезность проекта, то, что это не какой-то админ дядя Петя, который что-то там изобрел, да, и сегодня работает, завтра нет. Это я к тому, что действительно мы говорим о возможностях заработка, которые вы можете проецировать на долгосрочной основе, сделать его основным для себя и зарабатывать здесь постоянно, будучи уверенным, что компания не прекратит работу. Ну и в чем же заключается концепция бизнес-модели проекта? Давайте тоже разберемся, как здесь что работает, чтобы вы понимали. Итак, самая ключевая мысль – это то, что Surferner – это сервис, ну так называемый, два в одном, объединяющий
заработок без вложений и возможности эффективной рекламы с другой стороны. То есть Surferner – это платформа, с одной стороны, объединяющая сотни тысяч пользователей, заинтересованных в заработке без вложений, а с другой стороны, рекламодателей и владельцев различных бизнесов, которые заинтересованы, в свою очередь, в продвижении своего бизнеса и поиске новых клиентов. Я сказал о том, что объединяет платформа и рекламодателей, и пользователей. Ну и откуда же здесь берутся деньги, да? То есть за что вы платите деньги и почему рекламодателям вообще интересно платить за что-то деньги? Дело в том, что, как вы уже поняли, рекламодатели размещают здесь свою рекламу и какие-то различные маркетинговые задания, преследуя в основном две простых целей. Первое – это найти клиентов в свой бизнес среди пользователей, то есть среди аудитории Surferner. И второе – найти или каким-то образом продвинуть свои маркетинговые моменты с помощью аудитории Surferner. Как раз да, для этого различные основные задания, да и просто произвольные задания имеются. Соответственно, рекламодатели готовы платить за это определенную сумму средств. Ну, как правило, это небольшие вознаграждения, а огромное количество пользователей готово либо смотреть рекламу, и если реклама действительно интересная, они, как обычные люди, конечно же, на нее будут реагировать, ну, или выполнять какие-то различные задания, получая за это справедливые вознаграждения. Таким образом, концепция бизнес-модели очень простая, понятная и, что самое главное, на 100% рабочая. Здесь нету никаких «но». Да? И все это работает уже очень-очень длительное время, и не только в проекте Surferner. Соответственно, чем больше аудитория пользователей Surferner, тем ценнее и интереснее она для рекламодателей самого разного уровня может быть. Ну а цель проекта таким образом – объединить миллионы активных пользователей и создать крупнейшую систему активной рекламы и биржу фриланса для мгновенной реализации маркетинговых задач любого. Да? То есть вот так вкратце описать. Ну и давайте дальше рассмотрим, какие способы получения, да, присутствуют здесь у пользователей сервиса, то есть о которых мы сегодня как раз и говорим, и направлен наш вебинар, то есть на тех, кто зарабатывать сюда приходит. Итак, делятся они на два основных типа, эти способы получения дохода. Первый – это доход от личной активности, да, то есть основанный на вашей личной активности. Соответственно, вы можете просматривать рекламу, причем делая это как в пассивном, так и в активном режиме, выполнять задания, участвовать в различных курсах и розыгрышах призов, и таким образом за все это получать вознаграждение. Очень простые действия и приятный заработок, но требующий от вас проявления активности. Да, то, что вы включили расширение, вы пользуетесь, там показывается какая-то реклама, или там вы выбираете задание, выполняете его условия, тратите на это некоторое количество времени, получаете вознаграждение. Да? Ну, в общем-то, это все понятно. Да? Второй тип дохода – это доход от ваших рефералов, то есть пассивный доход, тот, который не требует от вас личной активности. Соответственно, здесь тоже достаточно просто все можно изложить. То, что ваши рефералы, проявляя личную активность, ну, точно так же, как и вы ранее, да, смотрят рекламу, выполняют какие-то задания, участвуют в конкурсах, в том числе размещают рекламу, покупают услуги и получают вознаграждение, соответственно, как пользователи в сервисе. А вы, поскольку они являются вашими рефералами по условиям партнерской программы, получаете реферальные вознаграждения до 10% от их заработка и от сумм оплаты их услуг. Да? То есть вот такая вот концепция. Ну и даже есть возможность получать выигрыши, если они будут выигрывать в различных конкурсах, то вы как
их рефер, будете получать такие же призы. Но об этом мы чуть позже поговорим. Что в этом плане здесь можно сказать? То, что партнерская программа Surferner действительно может быть представлена как очень интересное направление, потому что здесь действительно присутствует одна уникальная особенность. Во-первых, это 10-уровневая партнерская программа, то есть это очень много уровней, и на каждом уровне одинаковый процент, это 10% от дохода пользователя. И второе, это тоже очень интересно, то, что вы получаете доход не от оплаты каких-то товаров вашими рефералами, а наоборот от их заработка. То есть ваш реферал ничего не покупает, а вы при этом все равно получаете за них деньги. Да? То есть зарабатывают они, зарабатываете вы. Поэтому на такую концепцию очень легко приглашать рефералов, строить партнерскую сеть. Вот. Ну, давайте разберемся также с концепцией развития аккаунта, то есть прогрессом развития аккаунта в системе. Вот как новичок приходит, да, и что нужно ему, чтобы начать зарабатывать и к чему вообще ему нужно стремиться, да, то есть прогресс развития аккаунта. В этом плане нужно рассмотреть два показателя основных, это рейтинг и квалификация. Такие факторы, которые направлены на поддержание и мотивацию пользователя к ежедневной активности. Параметр рейтинг, он у новичка начинается с нуля и может доходить до 100. Ну, можно сказать 100%, да, можно просто сказать до 100 баллов, неважно. От рейтинга увеличивается размер вознаграждения пользователя за просмотр рекламы и выполнение заданий. Соответственно, увеличиваться размер вознаграждения может в два раза. То есть как бы прибавляется размер премии, и если у вас рейтинг 100, то размер вашей премии равен размеру исходного вознаграждения, то есть вы зарабатывать можете в два раза больше, чем новичок с нулевым рейтингом. И параметр квалификация, он достаточно простой, то есть квалификация либо есть, либо ее нет. Это необходимое условие для того, чтобы ваш рейтинг мог расти. Если квалификация есть, рейтинг ваш растет. Если квалификации у вас нет, рейтинг ваш начинает снижаться. Соответственно, получить квалификацию можно очень просто. Для этого достаточно всего лишь несколько реклам посмотреть ежедневно, да, и квалификация уже у вас есть. То есть это параметр, направленный на то, чтобы мотивировать пользователей ежедневно совершать какую-то минимальную активность. Ну, достаточно простую, не обременительную, но все же активность, да. И второй параметр, на который влияет квалификация, это возможность получения вознаграждений по реферальной программе. То есть, если у вас нет квалификации, но есть рефералы, то вы не сможете получить вознаграждение, поскольку сами не проявляли активность. Да? То есть, опять же, такая мотивация. Вот. Ну и есть заменитель, так сказать, универсальной квалификации и рейтинга. Это статус премиум. Ну, как и в любых бесплатных, так сказать, играх каких-то, да, и других мероприятиях, всегда есть возможность что-то сделать платно. Ну и в данном случае можно за небольшую плату, сейчас статус премиум, по-моему, доступен за 1 рубль в день, очень-очень минималистичная цена, и можно забыть о квалификации, о рейтинге, поскольку квалификация станет вечной при наличии статуса премиум, и рейтинг сразу будет как на 100%, да, и не будет никогда снижаться. В общем-то, задача любого новичка – это как раз-таки развить свой аккаунт до максимального уровня вознаграждений и постоянно иметь квалификацию или подключить статус премиум, да, для того, чтобы зарабатывать максимальные вознаграждения. Но мы не будем сейчас рассматривать преимущество статуса премиум, мы рассматриваем про заработок. Ну и дальше давайте рассмотрим реальный пример, как, в общем-то, новичок сюда приходит зарабатывать, что он делает и сколько он вообще здесь зарабатывает. Да. Ну вот представим, пришел новичок на лендинг, посмотрел, увидел, что он может зарабатывать без вложений,
выполнять задания, смотреть рекламу, получать деньги. Ему предлагается установить бесплатное расширение в свой браузер. Он его устанавливает достаточно быстро и включает. Периодически у него из этого расширения будут появляться рекламные баннеры, за просмотр которых он будет получать некоторые суммы средств. И также будут предлагаться различные задания. В том числе задания будут присутствовать в специальном разделе личного кабинета, где он их сможет найти, просто пойдя туда самостоятельно, да, и сможет их выполнять. Таким образом, то есть за каждый показ рекламы на счет начисляются деньги, за каждое выполнение задания тоже начисляются деньги. Чем выше, соответственно, рейтинг, тем больше денег начисляется. И что здесь можно дальше сказать? Сколько при этом вообще можно заработать? Сразу скажу, платить за это будут немного, да? И вы это прекрасно знаете, если вы уже участвуете в Surface. Если мы рассматриваем, например, просмотр баннеров, которые имеют свойство появляться из расширения, когда вы пользуетесь браузером, то это несколько копеек за показ каждого баннера. Да, это немного, но и, в общем-то, для этого вы ничего-то особо не делаете. Да? То есть они сами показываются, сами и убираете их, дальше пользуетесь. Таким образом, за просмотр баннеров, вы можете... Ну ладно, сколько можете заработать, мы сейчас дойдем. Да? То есть баннеры – это несколько копеек за показ каждого баннера. Просмотр видеорекламы, просмотр видеороликов, соответственно, тоже от нескольких копеек до нескольких рублей в зависимости от длительности такого ролика. Да. Задания из раздела посещения сайта примерно то же самое, ну а выполнение заданий тут от нескольких копеек и рублей до нескольких десятков и сотен рублей за одно задание может доходить вознаграждение. То есть, ну, в принципе, нормально, да, но, тем не менее, если вы будете заниматься своими делами и не будете отвлекаться на выполнение каких-то заданий, то есть будете смотреть какие-то баннеры, то за несколько часов у компьютера вы можете заработать несколько рублей. Да, действительно, это немного, но это так. Если же в это же время вы будете еще и дополнительно выполнять какие-то задания, то несколько десятков или сотен рублей, но прямо скажу, не тысяч, поскольку высокооплачиваемые задания встречаются, но они встречаются намного реже. Да? Вот, то есть, просуммировав, вы прекрасно понимаете, да, то, что несколько десятков или сотен рублей в день – ваш потолок. И возникает тогда вопрос, как же тогда заработать здесь приличную сумму, действительно приличную. Да? Ну, первая мысль, которая возникает, это уделить времени и посмотреть как можно больше рекламы, выполнить много-много заданий, и тогда, возможно, эта цифра увеличится. Да? Но не забывайте то, что в сутках у нас с вами 24 часа, и даже если вы посвятите все свое время этому, поверьте мне на слово, и будете даже пусть круглосуточно сидеть перед монитором, то максимум, на что вы сможете рассчитывать, это все-таки несколько сотен рублей в день. А, то есть в месяц несколько тысяч рублей. Возможно, вы скажете, это неплохая сумма, и действительно, возможно, кого-то это и устроит, да? Но большинство людей так или иначе разочаруются и просто покинут проект. Ну, на самом деле, достаточно часто именно так и происходит. То есть люди регистрируются, делают некоторую активность, зарабатывают несколько рублей или десятков рублей, и потом просто перегорают, потому что не видят возможности ощутимого заработка в Surface. Все ли они правильно сделали? На самом деле нет. И их ошибка в том,
что они просто не поняли, как правильно зарабатывать в Surferner. То есть увидели только верхушку денежного айсберга и сделали только первый шаг. Ну, можно сказать, повернули только один ключ в сейфе с двумя ключами. Вот запомните эту ассоциацию, она очень-очень четкая и точная, потому что Surferner – это именно такой сейф, и большие богатства откроются вам только если вы повернете оба ключа одновременно. Да, именно так работает сейф с двумя ключами. Можно как можно дольше крутить один из ключей, другой из ключей, но сейф не откроется. Да? И только когда вы ставите одновременно два ключа и одновременно их повернете, тогда вы сможете открыть сейф. К чему такие сложности, скажете вы? Да? Нет, это сделано не для того, чтобы усложнить заработок участников. Наоборот, это единственное возможное решение, которое может позволить получить от такой концепции, как заработок без вложений, действительно большие доходы. Да? И сейчас мы рассмотрим, как именно, что это за ключи такие. Но прежде я хочу вот этой вот цитаткой с вами поделиться. Цитата Джона Рокфеллера. Сказал он то, что я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, нежели от 100% своих собственных усилий. И это очень глубокомысленное и гениальное изречение. И второй ключик – это как раз и есть тот самый мощный умножитель, который способен увеличить результаты вашей личной активности в сотни тысяч раз, не заставляя при этом вас самих тратить больше усилий. О чем же идет речь? Речь идет о мощной 10-уровневой реферальной программе, позволяющей вам получать до 10% доходов всех рефералов на 10 уровнях вашей реферальной структуры. Да, вот примерно так это выглядит, то есть какой-то пользователь зарабатывает, например, 10 рублей, пользователь, являющийся вашим рефералом, да, вы получаете 1 рубль. Рекламодатель тратит 1000 рублей, вы получаете 100 рублей. Как именно с помощью такой партнерки получается извлечь из, казалось бы, небольших сумм заработка действительно большую прибыль, мы сейчас с вами наглядно разберемся. Но прежде давайте поиграем в ассоциации. И ассоциация будет следующая. Представьте, что компания сделала вам предложение стать совладельцем бизнеса, ну, компания Reclamix, да, проект Surferner. И вот вам предложили стать совладельцем Surferner на очень интересных условиях. Предложили вам ежедневно включать расширение Surferner в браузере, смотреть несколько баннеров, иногда выполнять несложные задания, просто поддерживать таким образом квалификацию. А в обмен на это, да, сказали, то, что за это вам будет ежедневно начисляться 10% от заработка всех пользователей Surferner. Представили, да, себе? То есть сколько там, 1 800 000 пользователей, понятно, не все из них активны, но тем не менее, вот все пользователи, которые что-то зарабатывают, будут вам 10% приносить, ну, поскольку вы совладелец, а вы для этого просто будете получать квалификацию. Представили, да? То есть 10 тысяч пользователей, например, заработали по 10 рублей, то есть это 100 тысяч рублей было заработано за день, из них 10%, то есть 10 тысяч рублей ваш доход. Представили, да? Согласитесь, круто, да? Согласились бы вы на такие условия? Вы спрашиваете, да, конечно же, вы согласились бы на это с закрытыми глазами, и не просто согласились бы, но и начали бы всеми способами искать варианты увеличить количество пользователей Surferner, поскольку от этого бы рос и ваш личный доход, да, здесь все просто и прямолинейно было бы, да, то есть вы просто поддерживаете квалификацию, и компания 10% вам отдает от доходов своих пользователей. Круто, круто. Так вот, друзья, реферальная программа Surferner –
Это не что иное, как именно такое предложение. И по сути вы становитесь полноценным совладельцем бизнеса компании в той части аудитории пользователей, которая находится на 10 уровнях вашей реферальной структуры. Причем становитесь вы этим совладельцем не на год, не на 5 лет, а бессрочно. И даже можете передавать эту ценность по наследству или даже продать как долю в работающем бизнесе за большие деньги. Да, тут, в общем-то, вы сами все это можете решать. И что еще важно? То, что на каждом уровне вашей реферальной структуры может быть неограниченное количество рефералов. То есть хоть 1000, хоть 100 000 человек, хоть 1 000 000 или даже больше. И чем больше активных пользователей будет в вашей структуре, тем больше будет ваш ежедневный пассивный доход. Ну а что самое ценное? Это то, что вы сами напрямую можете влиять при этом на скорость роста своей структуры и на ее активность в проекте. И в итоге мы с вами приходим к формуле успеха, достаточно простой формуле, и те самые два ключа от сейфа, о которых мы говорили, в том самом сейфе с большими деньгами выглядят именно так. То есть первый ключ – это ваша личная активность. Да? То есть вы сами регулярно делаете небольшую активность, добиваясь таким образом, чтобы ваш рейтинг стал максимальным, и у вас при этом была квалификация, дающая право на получение реферальных вознаграждений. И, в принципе, все. Да? Ну, или можете заменить этот первый ключ статусом премиум. Да? Вы просто подключили статус премиум, и вам не нужно думать ни о рейтинге, ни квалификации. То есть вы можете либо выполнять личную активность, либо вообще не выполнять, заниматься другими делами и сконцентрироваться только на втором ключе. Да? То есть, а второй ключ – это развитие вашей партнерской сети, вашей 10-уровневой реферальной структуры. И развивая параллельно эту реферальную структуру, вы становитесь совладельцем постоянно растущего бизнеса. Но под вторым ключом есть еще очень важный пункт, который написан как дупликация. Да? Что такое дупликация? Это повторение, да? Что здесь имеется в виду? Суть в том, что для того, чтобы ваша структура активно росла и развивалась, недостаточно просто пригласить сюда реферала. Очень важно, чтобы каждый ваш реферал, так же, как и вы, понимал, как правильно зарабатывать в Surferne. Тогда у него точно так же, как и у вас, будет постоянная мотивация развивать свою структуру, а у его рефералов свою и так далее. То есть вам не потребуется приглашать 1000 человек. Структура разрастется сама и будет приносить вам по-настоящему огромный пассивный доход. Да? То есть дупликация – это очень важный фактор, и каждый ваш реферал должен посмотреть, ну, как минимум, запись этого вебинара и понять, как правильно зарабатывать в Surferne. И с другой стороны, если люди, которых вы позовете сюда зарабатывать, не будут знать, как это правильно здесь делать, да, и будут ограничиваться лишь заработком на первом ключе, заработком на личной активности, то вы увидите, ну, закономерный результат того, что очень быстро они прекратят эту активность, потому что доход в несколько десятков или даже сотен рублей в день попросту не будет их устраивать, да, им нужны другие деньги, другие перспективы, понимаете, да, поэтому обязательно ваши рефералы должны гореть этой идеей и знать, как правильно построен маркетинг Surferne, где здесь большие деньги. Итак, партнерская программа, да, давайте еще раз. Партнерская программа позволяет вам получать до 10% от заработка всех участников на 10 уровнях вашей партнерской структуры. То есть вы можете отправить любому человеку свою пригласительную ссылку и предложить ему начать
зарабатывать в интернете без вложений. Причем смело предложить зарабатывать не какие-то копейки, да, а прям сразу зарабатывать приличные деньги от 50 тысяч рублей в месяц и более. Да? У вас есть этот материал, вы знаете, как это правильно делать, можете ему передать, соответственно, то же самое. Этот человек заинтересуется, безусловно, зарегистрируется в Surferner, установит расширение, достаточно быстро начнет зарабатывать первые деньги, соответственно, поймет таким образом, что это работает, что это не выдумка, да, что вознаграждение действительно начисляется. И параллельно ознакомившись с концепцией большого заработка, поймет, что ему нужен еще и второй ключик, и тоже начнет приглашать сюда людей. И при этом можно смело утверждать, что приглашать на такое предложение будет очень легко, и у вас это отлично получится. Почему получится очень легко? Потому что это суперлегкое и очень вкусное предложение. Да? Во-первых, это абсолютно бесплатно и не требует никаких вложений. Ну, статус премиум я не считаю, потому что можно обойтись и без него вовсе. А во-вторых, это легально. И здесь нету никаких рисков что-то потерять, да, чем-то рискнуть, вообще не нужно ничем рисковать, здесь все абсолютно лайтово. И третье, это может приносить большие деньги, да и даже деньги, да любые деньги без вложений на сегодняшний день, при сегодняшней ситуации в мире, это самая главная ценность, и никто в здравом уме от этого не откажется, то есть это действительно нужно всем, да. Ну и давайте я вас спрошу, как вы думаете, за какое время вы смогли бы пригласить сюда трех рефералов? Ну просто вот, да, основываясь на том, что я сказал, показав им вот эту вот систему заработка больших денег без вложений, найти на просторах интернета, может быть, среди ваших друзей и знакомых, трех человек, которым было бы интересно начать зарабатывать в интернете без вложений 50-100 тысяч рублей в месяц. Я уверен, что с этим с легкостью каждый из вас справится, если не за пару дней, то максимум за неделю. Да, это абсолютно реально. И я также уверен, что и у каждого из ваших друзей, которых вы пригласите на это, также уйдет совсем немного времени. То есть с этим не возникнет никаких проблем. Соответственно, вот здесь вот показано, как достаточно легко рассчитывается пример 10-уровневой структуры, если каждый будет приглашать по 3 человека всего лишь навсего. Да? 3, 9, 27 и так далее. На 10 уровне 59 тысяч человек. Суммарно, можете мне поверить, 88 572 человека на 10 уровнях. Что это значит? Это значит, что от доходов каждого из них вы получаете 10%. А представьте себе, что каждый из них зарабатывает по 1 рублю в день. Ну, вы же не будете спорить, что это реально, да? То есть 1 рубль заработать при абсолютно простейшим желанием можно за несколько минут. Так вот, 88 572 рубля заработали эти люди, да, ровно столько же, сколько их самих, вы получили 10%, то есть 8 857 рублей. Вот ваш доход. Просто, пассивно, и для этого вам не нужно ничего делать, да. Понятно, что, может быть, не все из них будут активны, но даже если вы возьмете всего 10%, то есть 90% вот они все, они ничего не поняли, они отвалились, да, и только 10% поняли, как это работает, и остались активничать. И все равно вы около 1000 рублей с этой структуры ежедневно получаете на пассиве, да. А теперь я хочу перейти на лендинг и посмотреть, здесь есть такой калькулятор, да, и он может посчитать вам любой пример до 10 человек, да, ну просто больше там сумасшедшей суммы уже получается. Ну вот, вот он ваш пример на 3 человека, да, здесь как раз рассчитывается, что если хотя бы 10% будут зарабатывать Surferner всего лишь по 1 рублю в день, то ваш ежедневный доход составит вот те самые 885
рублей 72 копейки ежедневно. Ну, понятно, что это калькулятор. Да? Если мы возьмем, например, по 5 человек пригласить, то это сумасшедшие числа, да, 122 тысячи рублей в день, 102, вот, боже, 122 тысячи рублей в день на полном пассиве, это, то есть, 3 миллиона рублей в месяц, да, 3600. И это взята в расчет всего лишь навсего сумма 10% от вашей структуры активной, да, то есть 9 выкинули, оставили всего лишь одного из 10 рефералов активным, и он зарабатывает всего 1 рубль в день. Представляете себе, да? А на 10 уровнях 12 миллионов человек у вас. Вот он потенциал, огромнейший потенциал. Ну, я не буду тут уже какие-то числа больше, хотя вы прекрасно понимаете, что если вы ставите цель развивать партнерскую структуру, то вы не ограничитесь 5 человеками в первом на первой линии, да, то есть у вас их будет 50, дальше 100, потом 500, 1000 и так далее. Вы же будете длительное время, как сказать, участвовать, и с каждым днем их будет все больше. Ну да ладно. И, конечно, вы можете справедливо заметить, что для того, чтобы все это работало именно так гладко, как описывается, в системе должно быть достаточное количество рекламы, заданий, ну и, соответственно, рекламодателей, которые будут размещать эту рекламу и задания. Да? Но здесь, в общем-то, нет повода для беспокойства, поскольку за уже более 7 лет, 8, наверное, даже да, лет работы проекта, есть одна очень интересная статистика, которая на протяжении многих лет позволяет утверждать, что примерно треть от всех пользователей так или иначе пользуются рекламными услугами сервиса, то есть сами являются рекламодателями и исполнителями в одном лице. Это действительно логично, поскольку каждый человек, когда начинает участвовать в различных проектах по заработку, в различных партнерских программах. А это он будет делать, безусловно, поскольку сначала он пришел сюда новичком, ничего не знал, начал смотреть какую-то рекламу, какие-то задания, начал заинтересовываться заработком, да, вошел в один проект, в другой, в третий. И везде нужны, это, как правило, рефералы, везде нужно какое-то продвижение. И у него уже есть примерное понимание, где и как это взять. То есть тот же самый Surferner, у него даже есть деньги, на которые он может это рекламировать выгодно. Соответственно, они становятся рекламодателями. Поэтому чем больше в проекте пользователей, тем пропорционально больше становится всегда и рекламодателей. Поэтому это не является вообще ну, тем моментом, на котором можно было бы заострить внимание и сказать, что это будет проблемой. Нет, совершенно нет. Наоборот, чем больше аудитория проекта, тем еще больше эта аудитория будет интересна в том числе крупным рекламодателям, и они будут вливать сюда очень большие рекламные бюджеты. Кроме того, специально для того, чтобы количество рекламодателей росло как можно быстрее, существует еще одна партнерская программа, ну, вернее, направление партнерской программы, которая позволяет каждому пользователю получать до 10% от расходов на рекламу каждого привлеченного им рекламодателя. То есть вы можете порекомендовать любому человеку, который продвигает какие-либо проекты, товары, услуги в интернете, разместить свою рекламу на платформе Surferner. И за каждый потраченный им 1000 рублей вы получите 100 рублей. Ну или там за каждые 100 рублей получите 10%, до 10%, да, партнерских вознаграждений. Причем этот рекламодатель будет навсегда закреплен за вами, и вы будете получать такие вознаграждения каждый следующий раз, когда он будет размещать рекламу. Ну и вот огромное количество возможностей, да, здесь и рекламных, и SMM заданий и продвижений здесь может быть реализовано, поэтому это бесконечный просто поток может быть от одного человека, ну, от таких людей, их просто огромное количество, которые всегда ищут, которым всегда нужно что-то продвигать. Вот. Что еще важно сказать? Есть еще одно направление, это направление партнерской программы,
доход за покупку услуг, в данном случае статуса премиум, который также будет начисляться вам в размере не 10, а 5% от каждого реферала на 10 уровнях вашей партнерской структуры, который решит подключить себе статус премиум. То есть активирует первый раз или продлевает активность. Каждый раз вы будете получать 5% от таких продлений или подключений. Да? Вот помните, сколько у вас было там людей, да, то есть, ну, 8 тысяч человек, там, представляете, там, 800 или сколько там, да, там было 88 тысяч, мы 8 тысяч взяли как 10%, вот 8 тысяч человек подключат, допустим, статус премиум на 3 года, и вы получите по 50 рублей с каждого, да, то есть умножить там 8 тысяч на 50, можете посмотреть, сколько вы получите за статус премиум. Ну, это так вам просто. Дальше. Есть замечательный постоянный конкурс трофеи лидеров, который также мотивирует людей ежедневно выполнять как минимум 50 заданий. И таким образом человек зарабатывает на розыгрыш призов. Эти розыгрыши на сегодняшний день проводятся ежемесячно. И, соответственно, правилом интересным в этом конкурсе является то, что если кто-то из ваших рефералов выигрывает в этом конкурсе призы, а там призы от 50 или от 100 до 1000 рублей, то вы получаете точно такие же призы, как ваши рефералы. То есть чем больше у вас рефералов, которые участвуют в этом конкурсе, тем больше шанс, что кто-то из них выиграет или сразу несколько из них выиграют. И, соответственно, вы получите тоже такие же вознаграждения. То есть иметь больше личных рефералов – это очень-очень интересно. Ну и в конце концов постоянный конкурс топ-10 партнеров, которые ежемесячно предоставляют призы от 500 до 10 тысяч рублей занявшему первое место в этом конкурсе, позволяет вам быть всегда мотивированным для того, чтобы ежемесячно, ежедневно вести работу по увеличению своей первой линии рефералов, то есть приглашать сюда активных пользователей. И каждый из них, когда устанавливает расширение, зарабатывает 5 рублей, идет вам в копилочку этого конкурса топ-10 партнеров. Соответственно, выполняете больше 20 рефералов в месяц, уже участник конкурса с правом получения призов. Ну и в целом, да, еще раз давайте подчеркнем, что партнерка, реферальная программа – это та самая ось, вокруг которой выстроен весь маркетинг и весь бизнес Surferner. То есть вся мотивация постоянно завязана на то, чтобы пользователь проявлял как личную активность, так и развивал реферальную структуру. Поэтому можно смело утверждать, что ваша структура будет постоянно расти, и при этом ваши рефералы будут постоянно зарабатывать и на личной активности за просмотр рекламы, за выполнение заданий, таким образом принося вам пассивный доход. То есть, ну, даже если кто-то из них будет слишком занят и активирует статус премиум вместо того, чтобы проявлять личную активность, то вы все равно заработаете на том, что он подключил статус премиум. Ну и еще раз формула успеха, да, то есть давайте закреплять то, что ваша задача в итоге обеспечить те самые два ключа к тому самому сейфу с большими деньгами, который открывается этими двумя ключами. Только лишь одним его не открыть. То есть регулярно делайте небольшую активность. Для чего? Для того, чтобы ваш рейтинг был максимальным, то есть вы могли получать максимальные вознаграждения во всех видах заработка, и чтобы у вас была квалификация, которая позволит вам получать реферальные вознаграждения, и чтобы у вас не падал рейтинг. Соответственно, второй ключ, да, то есть, ну или подключайте статус премиум вместо первого ключа, все время забываю про это. Ну и параллельно развиваете реферальную структуру, становясь совладельцем постоянно растущего бизнеса, и начинаете получать реферальные вознаграждения от своей растущей структуры. Да? То есть приглашаем рефералов и рекламодателей,
и активируем статус премиум. Вот может так выглядеть, в принципе, достаточно простая формула. Ну и поддерживаем всегда дупликацию, поскольку, еще раз повторяю, для того, чтобы ваша структура активно росла и развивалась, важно, чтобы каждый ваш реферал был знаком с этой формулой успеха, чтобы он ее придерживался, и только тогда у вас появятся рефералы второго уровня, а дальше там у тех рефералов еще свои рефералы и так далее, так далее. То есть ваша задача – это выполнять эту формулу самому и обучить этой формуле своих рефералов. Ну, если, соответственно, вы не можете это сделать, это постарается сделать сама компания, поскольку ей тоже важно и интересно, чтобы каждый пользователь был знаком с тем, как правильно зарабатывать в Surferner. Ну и таким образом, ваша главная цель – это со временем построить мощную партнерскую структуру и являться полноправным совладельцем Surferner, получая дивиденды каждый день. Да? Что вам для этого можно сделать? Взять те лендинги, которые у вас есть в личном кабинете. Я сейчас не буду или буду. Если у меня получится. Нет, я не в личном кабинете, не хочу сейчас заходить даже, потому что интернет не факт, что у меня хорошо будет работать. И, то есть взять лендинги, взять баннеры и просто начать делать простые дела каждый день. Вот вам план действий на, допустим, на один день. Да? То есть вы выполняете задание для обеспечения квалификации, это просто какой-то минимум заданий. Ну или давайте по-другому, да, не для квалификации, а для получения билета на розыгрыш трофея лидеров. Это будет еще интереснее, да, то есть там 50 заданий выполнили, если, конечно же, можете себе позволить, если у вас есть на это время. И таким образом вы и квалификацию закрыли, и заработали на личной активности, и еще билетик на розыгрыш с возможностью выбрать дополнительные призы денежные получили, да, то есть... Первый ключ у вас есть. И второй ключ вы тоже каждый день делаете действие, чтобы он у вас был. И как можно более такой мощный, крупный. Да? То есть вы делаете действия по привлечению рефералов. То есть вместо первого шага можно подключить статус премиум и ограничить свои усилия просто на развитие партнерской сети. Ну, так обычно делают владельцы каких-то крупных ресурсов, у которых есть трафик, которым просто интересно развивать партнерскую сеть, но совершенно неинтересно там где-то проявлять какую-то личную активность по просмотру рекламы. Да, это тоже можно, то есть для них статус премиум – это очень хорошее решение. Ну и если вы сами себе даете обещание, вот прямо начиная с сегодняшнего дня, да, не с завтрашнего, да, завтра не работает, то, что хотя бы 30 дней, да, вот один месяц ближайший, вы будете выполнять это условие, которое было озвучено вот здесь, вот в план действий на один день. То есть вы будете делать личную активность, и вы будете приглашать рефералов, используя простые способы. То есть написали 10 сообщений, немного, да, не надо много писать там, чтобы вас не забанили, не дай бог, за спам какой-то, да, там не надо прям втюхивать что-то людям, да, написали пост, сделали пост, который касается вашего бизнеса в Surferner, в каждой из своих сетей, делайте это каждый, пишите каким-то людям, они так или иначе заходят на вашу страницу, что-то читают, до вас появляются рефералы, приобретайте новых друзей, да, то есть расширяйте свои возможности по передаче информации, да, каждый день делайте это простые действия, и у вас начинает получаться. И вы должны понимать, что огромная структура у вас не выстроится ни за неделю, ни за месяц. Но при этом вы же собираетесь жить еще много лет, правда? А это значит, что вам будет достаточно самого небольшого объема ежедневных действий для того, чтобы в итоге построить очень большую работающую структуру. И уже она, в свою очередь, будет получать, приносить вам очень приличный пассивный доход
каждый день. И эту цель, если вы ее вот для себя зададите, да, и будете просто планомерно к ней двигаться, то вы к ней придете, поверьте мне. И тот, кто это делает, да, у меня есть примеры, я вижу, как люди зарабатывают по несколько тысяч, даже десятков тысяч рублей в день на партнерке. Это очень круто, да, они смотрят на других людей и говорят, почему они не делают точно так же. Ну, наверное, это было наше упущение, что мы столько времени не делали на это акцент и не знакомили каждого пользователя Surferner с тем, как правильно зарабатывать здесь большие деньги. Но вы теперь это знаете, и вы можете эту концепцию в своей голове сохранить. Да? Вот он, образ вот этого сейфа с двумя ключами, он должен быть постоянно у вас в голове, да. И если когда-то, да, вы смотрите и думаете, что ж я так мало заработал сегодня, да, почему я трачу свое время на выполнение заданий за какие-то копейки, там, пытаюсь объять миллион буксов, там, и весь свой компьютер заставил кучей расширений, да, а мне все равно не хватает, да, все равно я не могу ни позволить себе, там, iPhone новый, ни машину, там, ни тем более там квартиру и дачу, да, то бросьте все это, сконцентрируйтесь на именно достижении вот этого секрета успеха с двумя ключами. Да. Вот они, два ключа. Личная активность минималистичная для обеспечения рейтинга и квалификации или статус премиум и полная концентрация на развитии вашей партнерской сети плюс дупликация. То есть каждый ваш реферал обязательно ознакомливайтесь с этой концепцией. Все. Вы в шоколаде просто через некоторое время, ну, через несколько месяцев, да, может быть, и лет, но эта деятельность вам будет нравиться, чем больше она будет приносить вам доход. Вот на этой ноте я буду завершать. Посмотрю, много ли тут было ваших комментариев. Да, действительно, много, и вполне возможно, тут будут различные споры. Я не буду сейчас, друзья, отвечать на комментарии, просто потому что время уже закончилось, да? Вы имеете полное право на любое мнение абсолютно, но я хочу еще раз сконцентрировать ваше внимание на то, что первое. Никто не может опровергнуть тот факт, что заработать 1 рубль в Surferner может каждый. Каждый день, да? То есть заработать хотя бы 1 рубль в Surferner каждый день может любой ваш реферал. Это первый факт. И второй факт, то что совершенно никто не будет против заработка более 50 тысяч рублей в день без вложений по данной схеме, да, то есть никто не откажется зарегистрироваться в системе заработка без вложений, которая позволяет делать такие большие обороты. А как это будет происходить, я вам, в общем-то, только что рассказал. Ну, а если так, то эта концепция абсолютно рабочая, и я не буду даже вам показывать никаких кейсов с реальными результатами, все равно это для вас пустой звук, да. Главное, чтобы вы поняли это своей головой. Тот, кто понял, тот уже сегодня пошел делать. Тот, кто, соответственно, не понял, ну, поймет чуть позже. Запись этого вебинара так или иначе будет. Посмотрим, как там по графике получилось, потому что я получал от модераторов сообщения о том, что какие-то технические были сбои там, или переключение слайдов не сразу проходило. Ну, посмотрим, что с этим сделать. Посему благодарю вас всех за то, что присутствовали сегодня на вебинаре, за то, что остаетесь постоянными пользователями Surferner, несмотря ни на что. Ну и у нас вместе с вами действительно очень большие планы на будущее. Всем желаю огромных успехов, огромных доходов, ну и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока, всем удачи.